Сегодня мы готовим блюдо 2 в 1. Закуску из кабачка и кабачковую икру. Для блюда нам понадобится кабачок, морковка, лук, молотый перец и соль. Для дополнения вкуса я добавлю перчик, помидорку и для остроты зубчик чеснока. Все нарезаем небольшими кубиками. Чеснок измельчаем ножом. Готовим на посуде iCook. Сотейник с толстым дном и стенками. Наливаем подсолнечное масло. Когда оно нагреется, добавляем лук и обжариваем его. Через минуту к луку добавляем морковку. Еще через пару минут добавляем перчик. Овощи слегка поджарились. Добавляем кабачок и убавляем нагрев плиты. Все перемешали, закрываем крышкой и оставляем томиться. Сработал замок Vitalog. Помешаем наши кабачки и убавим нагрев до минимума. Наши кабачки подрумянились. Добавляем помидоры. Все перемешиваем и закрываем крышкой. Периодически помешиваем овощи, чтобы они не пригорели. Добавляем соль. Добавляем перец. Добавляем чеснок. От начала готовки прошло около 30 минут. Наша закуска альденте готова. Но я хочу сделать икру. Поэтому я выключаю нагрев, закрываю крышкой и оставляю томиться. Прошло немного времени. Наша закуска готова. Выкладываем ее на тарелочку. Такой аромат. Будем делать икру. Ее надо измельчить. Если вы хотите крупные кусочки, надо вилкой. Если мельче, толкушкой, покружным блендером или переложить в чашу блендер. Я буду измельчать вилкой. Я хочу, чтобы икра была крупными кусочками. Ну вот и все. Закуска из кабачков и икра готовы.